22 участницы, все молодые, красивые и стройные, каждая со своей мечтой о победе и своей группой поддержки. Посмотреть на красоток в шикарных платьях пожелали тысячи горожан. Жюри свой выбор сделало чуть раньше. После кастинга у меня уже сформировывается свое мнение. Пятерка, да, а потом уже тройка на самом финале, уже когда девушки выходят в образах с настроением, с улыбкой, потому что на кастинге все-таки они немножко зажаты, для них это страшно. Но честно вам хочу сказать, что тройка у меня была изначально такая, но победительница у меня была сначала на другом месте. Но позже все стало на свои места, и зрители аплодировали новой мисс Барнаул. Регина Русский! 20-летняя Регина завоевала и симпатии зрителей. Она победила также в голосовании «Мисс Барнаул онлайн». Директор конкурса отмечает, что как в прошлом, так и в этом году все конкурсантки были очень сильными, но при этом воспитанными девушками. Которые не ссорились друг с другом, не воровали туфли за кулисами, а помогали, платья друг другу завязывали. Когда девчонок первый раз увидели, вот могли предполагать, что будет такая? Регину нет. Нет, да. У нее были огромные нарощенные ресницы, такие, знаете, вычурные. Я сказала: Регина, ты такая красивая, снимай все искусственно и будь сама собой. Регина прислушалась и благодаря поддержке не только жюри, но и своих родных и близких одержала победу. Фамилия, если и помогла, то об этом вслух никто не говорил. Я считаю, что этот конкурс показал мне, кто является моим настоящим другом, моей настоящей семьей. Второй и третий вице-мисс стали Валерия Гайдукова и Ксения Чистова, а победительница теперь сможет при желании участвовать в конкурсе «Мисс Россия-23». Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.